скручивается, еще раз повторюсь, будут выложены материалы на виде райдев, фейсбуки, вы сможете ознакомиться, сможете в онлайн задать вопросы. Ну, в принципе, я предлагаю сейчас перейти к дискуссии, у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, давайте обращайтесь, если нужно вернуться к каким-то материалам, пожалуйста. Что такое экосистема? Экосистема в развитии... Да, то есть, что вы имеете в виду? По образованию или вообще в целом? Вот сегодня говорили про экосистему, что это такое? Формально это тезис, это как термин, он употребляется в различных плоскостях. Экосистема как цифровая экономика, экосистема как... Ну вот здесь... Да, что это такое? Вопрос, что такое экосистема, в общем, по общему пониманию. Ну да, сегодня, нет, сегодня, то, что сегодня обсуждается. Сегодня мы использовали термин экосистема как такой устоявшийся штамп, который позволяет реализации в принципе, на своем я не скажу, да? То есть экосистема теоретически это термин из биологии, да, и если доктор был простым языком, это означает, что какой-то набор живых организмов, да, и биосреды функционируют в рамках системы в взаимовыгодном, ну, биологическом понимании, биологическом формате. Вот, да. Готовое решение, которое подождет.